Юлия Михалкова покинула проект осенью прошлого года. Появилось множество слухов и домыслов. Поговаривали, что артистка страдает от безответной любви к коллеге. Наконец, звезда согласилась развеять самые популярные мифы о себе. Несмотря на уход из программы «Уральские пельмени», девушка продолжает сотрудничество с СТС. Так, через неделю на канале стартует детский КВН, который Юлия Михалкова будет вести на пару с Михаилом Галустяном. Многие думают, что у артистки искусственная грудь и накачанные губы. Однако звезда уверяет, что у нее все свое родное. Юмористка раскрыла секрет. Все дело в пуш-апе, который с легкостью увеличивает бюст до полноразмерной четверки. «У меня честный второй размер», — сказала знаменитость. Также для выступлений девушка часто использовала накладки на губы, чтобы выглядеть комично. Юлия Михалкова отметила, что нет конкретной причины ухода из «Уральских пельменей». Просто в определенный момент она поняла, что ей не хватает развития и интересных проектов. Ходят слухи, что артистка безответно влюблена в своего коллегу, но звезда лишь отшучивается на эту тему. Также знаменитости часто приписывают романы с разными кавалерами. Однако секрет Юлии Михалковой прост. Она умеет дружить с мужчинами. Звезда добавила, что часто иронизирует на эту тему с товарищами, мол, вот сводил в кино, значит, любовники. «Романы бывают, но это останется моей тайной», — загадочно говорит юмористка.